Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад. О, Аленушки, друзья, пришла очередная посылочка. Еще две посылки я заказывала. Первую у нас уже пришла посылка. Это пришла мне петунья. Еще один заказ я оформила тоже на петунью, так как в основном первая посылочка мне пришла в основном ампельные сорта. И еще одну посылочку, которая еще не пришла, я заказала бегонии и так далее, разные семена. Цветов именно. Друзья, посмотрим, какие же семена пришли, что в основном я заказывала. Сейчас я ее открыла. Сейчас мы посмотрим, какие семена в основном пришли. Заказываю, еще раз повторяюсь, как и в предыдущем видео, заказываю в интернет-магазин Соло. Там не первый раз заказываю семена профессиональные, которые отличаются от обычных семян хорошей схожестью, хорошим устойчивостью к различным заболеваниям. Так, друзья, в основном сорта я заказала лимба. Лимба, видите, я не одна заказывала себе. Если обратить внимание, здесь у меня три тубы вот такие. И в каждой тубе по, наверное, по 10 семян. Да-да, по 10 семян. Много сортов заказала именно расцветок лимбы. Так как это очень хороший сорт, очень, если вы хотите выращивать именно какую-то петунью в открытом грунте, то такая серия, как лимба, она очень хорошая серия. Она не вытягивается, не образует полковитость. Это низкий кустик, 20-25 сантиметров. Кустик, который разрастается вширь, но формируя хорошие пушистенькие небольшие кустики. То есть цветение идет длительное, не мешает и непогода. То есть если вы хотите, чтобы в открытом грунте у вас был хороший пушистый кустик, посадите вот такую серию, как лимба. Лимба и в горшочках она хорошо смотрится, но в горшочках нет такого вида, как в ампельных, то есть нет свисающих плетей, естественно. Здесь просто небольшой красивый кустик, сверху горшочка с вверх стоящими цветочками. Вот такая посылочка пришла, друзья. В основном все пакетики с разными расцветками лимба, друзья. Есть подарочек мне. Вот смотрю, подарочек пришел. Вот так даже связанный пакетиком, ленточкой. Посмотрим, что мне пришло здесь. Пришел, значит, комплимент от магазина петуния микс карпет. Вот такая вот петуния смесь. И второй пакетик Бада Бинг Вайт. Вот такая белая. Ну вот и все, друзья, что я хотела сегодняшним в небольшом коротком видео показать, что пришли мне в основном те сорта петунии, вторая посылочка уже, которую я заказывала. Именно вот такие расцветки, все в основном лимба, низкорослая, хорошая петуния, посадите, но именно семена профессиональные. Так как отличается очень большая разница, друзья. Пробовала, сажала обычные из пакетиков и профессиональные, все же профессиональные, более хорошие, лучше в схожесть. И само развитие растения лучше, мне больше понравилось. Поэтому попробуйте посадить. Ждем третью посылку, буду ждать. Там я вам расскажу, что я заказывала. Тоже семена профессиональные, и лобелия, и бегонию. Заказывала много различных семян. Тогда, как придет посылочка, я вам открою, покажу, какие я запланировала семена на посадку. Кроме лимба у меня немножечко пришло. Вот такие я посадила, не посадила, а заказала ампельные сорта. Опера Суприм, далее Новолари, Изи Вейв и Шок Вейв. Друзья, это очень самые любимые мною ампельные сорта. Спасибо интернет-магазину Соло за вот такую посылочку, за подарочки отдельное спасибо. Если, друзья, вам мои видео интересно, полезно, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить мои дальнейшие видео, кликайте
под видео на колокольчик. Вам всего хорошего, прекрасного настроения. Пока-пока. С вами была Аленушка.